Ну и этот подарок — специальное предложение дня. Сезонное предложение для наших модниц, то есть для вас, для поклонниц рубрики «Мода». Давайте же посмотрим, что здесь такое. Помните это чувство, когда вы открываете новую коробку с новой обувью? Посмотрите, ах, это даже запах, знаешь, такой приятный. Натуральной кожи, это запах роскошной обуви, хорошей пары обуви, которую вы для себя приобрели на этот сезон. Это действительно подарок для вас. Да, подарок для вас. Специальное предложение дня – это самое выгодное предложение на телеканале Шоп-н-Шоу в течение этих суток. 3999 рублей – это специальная цена только сегодня. Сегодня вы экономите и получаете супер предложение – натуральная кожа. Также не будем забывать, у нас сегодня акция. Вы сегодня получаете в подарок мобильный телефон, если ваша корзина полна, на сумму от 6000 рублей. Звоните уже прямо сейчас и получайте подарки. Итак, подарок сегодня вам — это ботинки от бренда Marco. И это ботинки из натуральной кожи. Ботинки белорусского производства. То есть мы с вами сразу же понимаем, что это известный бренд. Это фабрика, которая существует много лет и зарекомендовала себя уже очень давно как самый качественный производитель обуви. Давайте с ними знакомиться. Итак, это полуботинки классические, черного цвета. Отличный вариант вот прямо сейчас, вот уже в самое начало сезона. Да, приобретайте сезонную обувь по летним еще ценам на телеканале Шоп-н-Шоу. 3999 рублей, 2200 рублей — это ваша скидка. Ну и всегда мы рекомендуем начинать свое знакомство с нашим телеканалом именно с таких предложений. Ботинки Кладетта от 36 до 42 размера, и это натуральная кожа. Сразу хочется узнать, Лер, как подобрать размер, это важно. Да, я с тобой согласна. Я думаю, что здесь нужно первым делом об этом заявить, потому что такие ботинки захотят, я уверена, многие. Итак, мы с вами эти ботинки выбираем размер в размер. А это значит, что 42-й у нас с вами есть. Больше того, мы говорим про ботинки с увеличенной, не просто увеличенной, с очень большой полнотой, 9-й. Вот это большая редкость на самом деле. Да, потому что в магазинах нам обычно предлагают, конечно, шестерку, не больше, ну максимум 7. Вот 9-я полнота, ее днем с огнем не найдешь. От 36-го до 42-го, а это значит, что 42-й размер у нас есть в наличии. Начинайте знакомство и заказывайте для себя комфортную обувь, которая, ну слушай, выдерживает испытания. Да, действительно, согласитесь, ведь осень — это всегда дожди, грязь и слякоть, не только красивые желтые листья. И мы должны с вами быть уверены, что наша обувь справиться со всем этим. А, между прочим, не просто так в нашей, здесь оказался еще и лед, не только грязь и вода, потому что эти ботинки у нас утеплены. Смотрите, максимально их погружаю, вы видите, до самого бортика. Я хочу, чтобы вы сейчас увидели, что у нас здесь, видите, что я погружаю настолько, чтобы вот этот стык с подошвой у нас оказался в воде. Почему? Потому что, конечно же, первое, что происходит осенью, промокают ноги. Как только промокли ноги, мы с вами сразу же заболели. Эти ботинки защитят нас от простуд. Давайте в этом убедимся прямо сейчас. Ну что ж, ботинки в воде, да, в грязи, во льду. А мы берем с вами сухую салфетку и будем проверять, насколько эти ботинки герметичные. Ну что, отправляю салфетку внутрь, прямо вот в эту носочную зону, там, где у нас с вами, посмотрите, как раз соприкосновение так с грязью и водой. Здесь должна быть барабанная дробь, посмотрите. Давайте смотреть максимально близко. Посмотрите, абсолютно, полностью сухая салфетка. Эти ботинки выдержат и защитят вас и в гололед, и в грязь, и в снег, и в дождь. То есть ваша осень будет комфортной и сухой при этом. А что самое главное, конечно, сохранить комфорт наших ножек. 3999 рублей. Суперкачество от бренда Marco. Размеры до 42 и 2200 рублей. Ваша экономия. Ботинки женский Кладетта. Номер лота 002 022 815. Лев, скажи, пожалуйста, вот в чем секрет? Почему они выдерживают такие испытания? Вот я понимаю качество, но конкретно. Конкретно, давай расскажу. Конечно же, это современный способ крепления подошвы. Подошва здесь крепится литьевым методом, поэтому она выдерживает вот это все. Что значит литьевой метод? Смотри, вот эта верхняя часть из натуральной кожи
ставится в форму горячую, в которой находится заготовка для подошвы. И вся вот эта часть запаивается прямо на ботиночке. То есть здесь нет клея, здесь нет нитей. Здесь полная герметичность. Вот если вы вот так вот свои ботиночки, когда они к вам придут, попробуете хотя бы немножечко вот оторвать, вам это не удастся. И никаких следов клея вы здесь тоже не обнаружите. Все благодаря тому, что это, посмотрите, литьевой метод крепления подошвы. Ну, а если уж мы с вами заговорили не только о лужах, да, не только о грязи, но заговорили с вами еще, конечно же, и о тепле, я предлагаю заглянуть внутрь. Это самое интересное, конечно, и каждого интересует, что же там внутри. Ну, видим, бренд-марка, так. Да, самое-то главное, вот, смотри, помимо натуральной кожи, здесь еще шерстяной мех, коротковорстный, но, тем не менее, шерстяной, и это значит, что такие ботиночки, благодаря ему, благодаря толстой подошве, выдержат температуру до минус 15 градусов, вернее так, выдержат они больше, а вот ножки ваши будут в тепле уверенно до минус 15. Вот это да, представляете, минус 15, а это значит, что это приобретение не только на ближайший сезон, не только на осень, для кого-то это полноценные зимние ботинки, допустим, это южные регионы, где температура до минус 15 зимой держится и ниже не опускается. Для вас это обувь на три сезона: осень, зима и весна. Это натуральная кожа, шерстяной мех внутри, выдерживает температуру до минус 15 градусов. Обратите внимание, еще и полнота девятая. 3999 рублей. Специальное предложение сегодняшнего дня. Самое выгодное предложение на телеканале в течение одних суток. Торопитесь, успейте заказать свое предложение прямо сейчас и выбрать свой размер. Кстати, выбираем размер в размер от 36 до 42. И 42 есть в наличии. Вот что хочу вам сказать еще раз. И на этом акцентирую внимание. Давайте еще заглянем внутрь. Смотри, нам еще есть что там рассмотреть. Я вытащила стельку. Стелька съемная, стелька теплая, но это еще не все. У нас двойной слой утеплителя. Смотрите, внутри еще и войлок. То есть у нас с вами толстая подошва, войлок и шерстяная стелька. Поэтому для многих эти ботинки станут и зимним вариантом, и защитят вас до минус 15 градусов. Слушай, это здорово, причем при всем при этом мне нравится то, что здесь подошва достаточно толстая. Скажи, пожалуйста, Лер, у меня еще такой вопрос. Бывает такое, что осенние ботиночки сразу становятся негодными в холодное время из-за именно подошвы, потому что она застывает, в ней скользко, и она лопается. Ты права, именно так и происходит, но здесь этого не случится. Это термоэластопласт, современный материал. Не замерзает до минус 25 градусов, ваша подошва останется гибкой и защитит вас в гололед благодаря тому, что эта подошва манка, посмотрите. Ну что ж, вы получаете ботинки из натуральной кожи, представляете, за 3999 рублей. Согласитесь, в самый пик сезона такие ботинки из натуральной кожи будут стоить гораздо дороже. Здесь неограниченная полнота, потому что здесь есть липучка. Вы получаете теплые ботинки на 3 сезона до минус 15. Но также формируйте корзину на 6000 и получаете телефон.